Привет всем! Сегодня мы в Таармине. Прогулочка. Так. Вечерняя рождественская Таармина у нас. Я с подругой Элиной. Чао. Чао. Идем, мы уже прогулялись, и вот это идем назад. Да. Вот растут у нас мандаринчики, декабрь месяц, да? Елочки. Обожрались. Елочки. То есть мы уже идем назад. Решила снять, что все-таки ж надо память какую-то оставить. Вот это что я мерзну, когда у меня капелина есть в сумке. А что ты мерзнешь? Да голова. Я же голову помыла. Считай, перед собой хорошо не просохло. Вот такие у нас елочки рождественские яркие. Вот у меня вот такого альбера сфотографировала красивого. Я тебе благодарна. У меня такой фотографии нету, кстати. Горшки такие классные. Смотри. По глазу. Давай, что-то. Лена очень хочет сфотографироваться. Я хотела бы, чтобы некрасиво получилось. Камера под цвет, сумка под цвет. Все под цвет. Все? Такая. Красные ботинки и рыжая собачка. Вот. Это, по-моему, сицилийское производство, да? Такие вот сумки и ботинки. Ботинки, каблуки с лимонами. Ну, вот так вот идем. Прогуляли, заехали на несколько. На часик. Вот какое пальтишко. Ух ты. Цвет с медведем. И белый медведь. Классная витрина. Да, здесь на этой улочке картины продаются. Красивые. Память это Таармины. О, Ленка шляпку одела. Шляпку одела. Молодец. Сента-френдли. Си. Нормальненько. Мадам Трулюля. А я помню, вот в этом баре сидела. Как... Цветы у нас в декабре растут. И елочка рождественская. Вот. Сейчас вид красивый сниму. Да, вот это же площадь панорамная. Здесь еще в Таармине есть другое место панорамное, менее популярное. Там больше видно лучше. Очень красивый закат. Солнце светило, но сейчас уже не светит. Ну, в смысле, лучи солнца. Такое. Вот она. Кто сидит? Не холодно, но ветерок и немножко влажность. Иду быстро, потому что Лена впереди бежит. За машиной уже наш товарищ пошел.
там что стоянка. Вот эти вот балкончики. Обалденные. На этом буду заканчивать. Всем пока. Чао.